не обращайте внимания, если у меня сопли будут из носа течь, тут просто нереально и высморкнуться вообще. Извините, пожалуйста. Даже телефон на этой высоте звонит. Я слышу. Но трубку я не возьму. Мне кажется, будет нереально вот там его где-то найти. В этом году в Грузии много снега, да, тоже? Сейчас они второй раз уже приехали. Они приехали до Нового года, еще в 20-х числах, а сказали, те, кто на Новый год пытался прорваться, даже границу закрывали. Немножко в снежок.